Дядя, а что это у тебя такое? А это рожок. Инструмент такой музыкальный, наш владимирский и очень старинный. У меня их много, каждый рожок имеет свой голос. Вот это визгунок. Играет наверху, визжит. А вот это вот басок. Смотри, какой он большой, и звучит он так басисто, громко. А из чего рожки делают? Ну, вот мой рожок из можжевельника. А так делают из всех вкусных деревьев. Яблоня, груша, берёза. А вы сами научились играть на рожке? Учились сами. Ну и до нас музыканты-рожечники уже были. Такой был интересный человек Николай Кондратьев. Он был пастух и организовал среди пастухов очень известный коллектив, который был известен не только у нас в России, но и во всей Европе. А мы у них все это дело перенимаем. Да, держи. Давай покажу. Раз, два, два. И вот тут. Ну попробуем. Во! Ты коленушка. Очень жаль, что не было такой замечательной аппаратуры во времена Кондратьевского хора. Поэтому очень много треков не сохранилось. Но мы с ансамблем стараемся все-таки искать рожечную музыку, делать свои аранжировки для того, чтобы но она стала и популярной, и осталась на многие годы. Крутой, а ой, да ты не стой, не стой на горе крутой, ой, да не спущай листа. Нас постоянно спрашивают, сколько лет мы уже занимаемся, давно ли мы играем. Вот наш коллектив официально образован в 1992 году. То есть мы уже играем почти 30 лет вместе. И наш коллектив называется «Владимирские рожечники». В настоящее время, и будем надеяться, что в дальнейшем ансамбль «Владимирские рожечники» является очень востребованным коллективом и востребованной творческой структурой и единицей. Огромное количество гастролей. И наша задача как коллектива донести культуру нашего Владимирского края. Рожок – инструмент сложный в плане интенционном.
потому что ты должен слышать, что ты играешь, и чтобы этот звук был приемлемым для слушателей. Говоря о тембре современного рожка и о тембре того аутентичного рожка, которому не одна сотня лет, да, различия есть. Мы слышали звучание старых рожков на пластинках, еще на каких-то источниках. И действительно, у них тембр такой уникальный, но это все за счет изготовления и за счет, наверное, способа звукоизвлечения. У нас задача есть сохранить традицию и приумножить ее. То есть мы, как концертный коллектив, наполняем рожки несколько иным тембром. Он у нас звучит более ярко, что ли, более стройно. Владимирские рожечники для меня, можно сказать, любимая работа, место, где можно воплотить себя как творческую единицу, где можно почувствовать единение настоящих музыкантов. И ансамбль, который бережно хранит традиции, которым уже не один век, и сохраняя, приумножая эти традиции, мы создаем нечто новое, веселое, жизнерадостное, то, что нравится людям, и от этого мы сами кайфуем, и, собственно, это все совершенно чисто и искренне.